Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Сегодня будет небольшое видео, но не о том, как завялить или посолить и завялить рыбу, а о том, как правильно ее порезать. Дело в том, что эта рыба очень костлявая, это монгольский красноперт, и популярностью особо не пользуется, потому что кушать ее просто нереально, очень сильно, очень большое количество костей в ней. И поэтому люди как-то ее особо не только на котлеты используют, и все. Вот я и завялил, подсушил ее маленечко. Под пиво закуска отличная, но есть одна проблема, это кости. Но я вот подсушил ее немножко, но большинство людей как рыбку режут? Берут вот так вот и поперек нарезают вот на такие небольшие кусочки. Ну вот это вот как раз, это и есть неправильная нарезка рыбы. Опа. Видите, дело в том, что в рыбе поперек идут волокон, идут такие вильчатые кости, они идут вдоль спины, все вдоль хребта, вот так вот, и раздвоятся такие, как вилочки получается. Если мы ее режем с вами поперек, то просто мы ее нарезаем на кучу маленьких косточек. Видите, вот они вон там торчат, вот они. Небольшие такие острые косточки, которые запросто могут вам куда-нибудь воткнуться. И такую рыбу просто опасно кушать. Вот смотрите. Вот, маленький кусочек этой косточки, вот видите, и их очень сложно оттуда выковырнуть. Ну, не сложно, но это надо время сидеть, ковыряться в ней, чтобы вот эти вот маленькие косточки вам никуда не впились. Это вот не совсем верная нарезка. Можно эту проблему решить следующим образом. Просто берем рыбу, режем не поперек, а повдоль вот этих костей, которые идут вдоль хребта. Отрезаем сразу большой кусок, вот такой брюшко мы срезаем, его можно порезать всяко-разно красиво, там на красивые такие долечки, кусочки порезали, там костей нет, там все просто, да. А вот в хребте отрезаем сначала у нее, так, многие режут поперек, но это неверно, вот отрезаем сейчас позвоночник, кусочек вот такой, в нем костей нету, все кости вот находятся, вот они, видите, целый ряд, они так одна за одной, так и как вилка. И если мы ее нарежем поперек, то мы, естественно, все косточки перережем. Вот отрезаем просто ряд этих костей, все. Вот здесь костей нету, просто срезаем хребет. Ну, хребет можно было сразу отрезать, я не отрезал, но не суть важно. Вот там все чистое филе, можно просто брать сразу и кушать, костей нет. Вот здесь перышко, тоже его срезаем. Кстати, перышко можно погрызть, это вкусная штука. Кто понимает, перышко никогда не выкидывают. И здесь костей тоже нету. Все кости находятся вот в этом кусочке. Мы их просто вырезали. Вот этот весь ряд этих острых, вилчатых косточек, мы их просто срезали. Сейчас, смотрите, можно взять этот кусок. Сейчас я вам покажу. И спокойно его кушать. Вот, видите, вот они, эти кости. Гораздо проще выдернуть 3-4 длинных косточки, которые взяли вы просто их и вытащили, чем вы нарезали вот такие маленькие кусочки и будете выковыривать их по мизерному огрызочку, который просто опасно кушать. Вот, видите, здоровые кости легко вытаскиваются. Вытащили там 2-3-4 косточки с больших и съели рыбку. Или вам придется резать, просто кушать очень-очень мелкие косточки. Что не есть совсем удобно. Все, осталась большая кость. Попробуйте способ вот такой вот нарезки, и вы почувствуете разницу с тем, что режете вы. Ну все, ребят. Кому была полезная информация, ставьте пальцы вверх. Кому бесполезная, как всегда, пальцы вниз. Не забывайте подписаться на канал. Оставляйте свои комментарии, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну все, я с вами прощаюсь. Я поехал на рыбалку. Всем пока. До встречи.